Те, кто никогда его этого удара не видел, можно эту часть вообще пропустить, все более-менее знают, что это пиншот. Ну, я... А, да. Это... Мне обещали, что в этой, с этой стороны будут мячики укатываться. Пиншот невозможно ударить без мячика. С этой стороны даже кто-то доставал. О, ассистент. Давай. Пиншот. Это один из четырех существующих, в принципе, в кикере ударов. На мой взгляд, самый сложный. Про три других уже рассказал, мне кажется, Юра. Выбирайте какой-нибудь из них. Вкратце... Наверное, проще продемонстрировать, чем говорить, описывать, что происходит в движении. Это один из тех ударов, когда мячик зажимается именно игроком. Ну и дальше по аналогии со снейком происходит сдвиг и удар. Только в отличие от снейка, попробую сейчас продемонстрировать, это медленнее. Происходит не рут игрока, почти там 359 градусов, а игрок возвращается. У нас тут небольшой скат на столе. Совсем медленно не получается сделать. Нет, давайте скат уберем, потому что все. Так, мы убираем скат со стола. Да, с скатом пиншот тоже не получается. Без мячика пиншот не получается. Вообще, если я на самом деле все исправить, он все равно не будет получаться. А? Это отдельная лекция. У меня целый параграф. Попробуй. Почему его не нужно бить, и почему его не нужно. А еще не может, еще не может. Ну, еще. А ты там хочешь опустить? Там уже, да, уже сильно. Так, продолжаем. Попытка показать пиншот в замедленном действии. Так, сначала ты сейчас на мячик, да, смотришь? Нет. Сейчас ты на мячик, да? Мяч сдвигается, игрок успевает его обойти, замахнуться и ударить в ворота. Как-то вот так, наверное, да? Очень важно, что происходит с рукой в этот момент. Пиншот бывает двух видов: открытой рукой и закрытой. Закрытый. Нет. Об этом, видимо, позже. Так. Покажи все три опции. Сейчас. Ну, про эту сторону, наверное, не надо рассказывать. А почему ты все-таки с этой стороны не так могу? Удобнее. Так надо? Нет, просто удобнее.